Почему не попытался спасти? Снова приснился кошмар? Нет, нет, просто вы напугали меня своим присутствием. Извините, я этого не хотел. Не могли бы вы уточнить некоторые данные? Да, конечно. У вас есть родные или близкие, которые могли бы о вас позаботиться? Нет. Ваше место работы? Безработный. Придерживайтесь нашего расписания. Это ускорит процесс выздоровления. Я оставлю его на столе. Поправляйтесь. Верни мне мою маску, или ты умрешь.
Спасибо, что вернул мне маску. Теперь следуй за мной. Я покажу тебе истину.